Как вы думаете, где вашему ребенку может навредить незнакомец? По статистике, 7 из 10 случаев сексуального насилия происходит в местах, в которых, как нам кажется, дети наверняка находятся в безопасности. Ведь даже общаясь в социальных сетях, сидя дома, ваш ребенок может стать жертвой. Будьте бдительны, наблюдайте, общайтесь со своими детьми. Интересуйтесь, как у них дела и как прошел их день. Опасность может быть не там, где вы ее ожидаете. Звоните на горячую линию, если у вас есть подозрение, что ваш ребенок может подвергаться сексуальному насилию.